Ролик создан при поддержке самого крупного Apple сообщества ВКонтакте. Всем привет, с вами Application Lab. И сегодня мы посмотрим на игру Redline Rush. Мое первое впечатление было, что это обычные гонки и тут нет ничего особенного. Но погрузившись в игровой процесс, я уже не мог оторваться и играл несколько часов. Ну что тут сказать, игра зацепила. Теперь перейдем непосредственно к обзору. Игра представляет собой аркадный гоночный симулятор, и стоит подчеркнуть, что игра ближе к аркаде, чем к серьезному гоночному проекту. К сожалению, всеми любимый тюнинг авто здесь отсутствует, и нам остается довольствоваться лишь покраской автомобиля. Но зато есть огромный выбор бонусов для заезда. В игре нет никакого сюжета, но есть тройка миссий, сменяющихся по мере их выполнения. Главная задача, конечно же, как можно дольше продержаться в этом сумасшедшем заезде. За выполнение отведенных задач вас награждают опытом и новыми уровнями, что ведет к открытию новых автомобилей и трасс, которых, кстати, в игре всего-навсего три. Но вам придется постараться, чтобы и их открыть. Игра доступна для iOS и Android, и ее стоимость составляет всего-то 33 рубля. И лично я не пожалел потраченных денег. Ну а как вам игра? Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Application Lab. Пока.